В Актобе школьники разработали приложение для слабослышащих. Оно позволит общаться людям, использующим разные жестовые языки. Пользователь регистрируется в приложении, выбирает родной язык и может искать и добавлять своих друзей по номеру телефона. Для переписки есть специальный чат, а видеозвонок начинается с секретного кода, который должен ввести каждый собеседник. Во время видеозвонка искусственный интеллект распознает жесты на одном языке и автоматически переводит на другой, а на экране отображается анимация перевода. При необходимости можно добавить субтитры. Сейчас старшеклассники продолжают дорабатывать приложение. К слову, авторы разработки попали в число финалистов конкурса научных проектов «Дарен», а также стали полуфиналистами конкурса «Техновейшн». С помощью этого приложения мы хотели решить проблему нехватки коммуникации между людьми с нарушением слуха из разных стран, потому что на данный момент более 5% населения имеют полное или частичное нарушение слуха, а также имеется более 300 языков жестов. И они все разные, и, к сожалению, например, человек из Казахстана не понимает человека из Америки.